Доброе утро, Полтава. Как всегда, мы в офисе 1580. Доброе утро, Сергей Станиславович. Что хорошего, что плохого за последние сутки? Из плохого. Поступило у нас сообщение о скорой от ДТП на улице Сенной. Сбили женщину, 37 лет. Закрытая черепная мозговая травма, доставлена в больницу. Случилось примерно в 17:20, то есть там еще снега особого не было, из-за погодных условий. У нас сегодня ночью техника работала в дежурном режиме, то есть 8 единиц посыпали у нас улицы. Ну, видно, дороги посыпаны. Дороги сделаны. В принципе, по вчерашнему объезду, обходу города, которые проводились, уже видно тоже, что все те поручения, которые наданы были коммунальным службам, в принципе, уже тоже выполняются, уже все. Ну, коммунальщики выполняют свои функции, а вот хозяева прилегающей территории... Связывался я с инспекцией, в принципе, работа с предпринимателем была проведена, там тоже такие моменты изначально, ну, стараемся предупреждать, не сразу выписывать протоколы. Ну, не все реагируют, но я думаю, что по вчерашнему сегодня надо будет обойти еще раз посмотреть, именно возле тех магазинов, возле которых мы вчера проходили, как были проведены работы. С женщиной произошедшее, это где-то на перекрестке? Сенная 4, да, это в начале улицы Сенной, ну, я так понимаю, что возможно. Это в районе стадиона? Да, да, да. Это сложный перекресток, по-видимому, ну, у нас улица Сенная, если провести анализ по прошлому году, в принципе, там много ДТП случилось, одна из таких аварийных улиц. Там же было скандальное ДТП, я так понимаю, что виноваться так и не нашли, когда женщину сбили напротив УБЛДЖ администрации. И водитель уехал, и женщина умерла на месте. Доставили в больницу. Ну, у нас по Сенной много таких случаев. Будем смотреть, возможно, там на дополнительные знаки или светофоры ставить, будем думать над этим. Что хорошего? Из хорошего тоже у нас мало хорошего. Синоптики нам передают на выходные тяжелые погодные условия. Но думаю, что справимся. Начиная с завтрашнего дня, по крайней мере, сказали, что сегодня еще уточнят официально, но уже на всех сайтах написано, что 3 дня будет идти снег. Коммунальщики все предупреждены. Есть какое-то штормовое предупреждение или пока, это стандартная пока ситуация? На эти 3 дня нету. Ну, сегодня будет уже в районе обеда более точная информация. Выходили на нашу метеослужбу. Сказали, что сегодня нам дадут уже остаточный именно прогноз погоды. В принципе, на снег, который вышел ночью, у нас была информация, поэтому техника оперативно... Отключения какие-то были? Нет, в принципе, все более спокойно. Да. Ну, слава Богу. Ну что, переходя дорогу, внимательно смотрим налево-направо, всегда аккуратно, всегда на самом переходе акцентирую внимание, смотрим, остановилась ли машина, потому что сейчас тормозной путь удлиняется. Дороги посыпаны, но они влажные. Тормозной путь будет длинный. Ну что, тогда до завтра, удачи. До завтра.